Всем привет! Сейчас пока мест на этом язычке катаем. Потом попробую вот такой узкий. Вот сейчас напоследок. Давай попробуем, получится быстро или нет. Поставить, что профиль надо будет менять. Так, это я вытащил. Длинный, не, наверное, покороче. Давай вот так вот сделаем. 7 сантиметров, да? Хотя, что я? Сейчас мы попробуем его сначала так. Ух ты, он вообще не возит. Thank you.
А ну подлинней. Пусть такой же. Сантиметров на 7, да? Ну, где-то. Он равномерно зажался. Ага, здесь ушло. Под такой узкий что-то не знаю. Я делал ход. Сейчас посмотрим. Хотя вот этот вот точно сделается на любой. Ух ты, тут мало хода, надо перекручивать. Перекручивать надо на вот эти. Восемь минут. Сейчас посмотрим, что получится с этой затеей.
Зазоры тут дикие. Язычок, мне кажется, стрёмный. Метался. Ну ладно, сейчас посмотрим, что там. Не, язычок надо другой делать. Это говняный. Вот этот вот надо будет металл использовать для такого язычка. Так побаловаться. Язычок, конечно, другой нужен, это не дело. Сейчас посмотрим ради прикола. Ну, да что ж, а мой сбил. А, ты же елочки. Вон оно что. Блин, 14 минут. Ставлю вот так.
поставил, по ней теперь ориентироваться. В принципе, интересно, можно сделать. Ага, чересчур. Не. Так, для затравки, как говорится, попробую я сейчас вот такое что-нибудь замутить. Тут сведу, подстрою его и потом сыграю. Ладно, всем удачи, вот такая кондиция. Ну, в принципе, можно было здесь сюда. Всем удачи. 17 минут. 18.